Уважаемые покупатели, к нам поступила новая позиция C&A. Недорогой сток по цене секонда, всего лишь 12,5 евро килограмм. Товар высокого качества, немецкий производитель. Ткани все в основном натуральные. Я на самом деле давно ждал этот товар. У него был достаточно большой спрос раньше, и мы продавали его по 17 евро за килограмм. Сейчас он стоит 12,5. Вот. Начнем. Сезон, судя по наполнению, весна-лето. Вот. Все вещи новые, возможно, ну, почти на многих нет бирок. Вот. А так все новое. Продавали, вам говорю, где-то 16,5-17 евро за килограмм, и он хорошо уходил у нас. Сейчас 12,5. Вот. Товар, ну, отличный. Ну, всем знакомые фирмы C&A, такие фирмы там встречаются, как Джессика или Есика. Вот. Канде, Глокхаус, ну и другие тоже. Мужской и женский. Уэстбери. Джинсы, футболки, танковки, платья, нижнее белье, блузки. Все присутствует. C&A, кто не знает, это немецкий производитель. Делает в основном для внутреннего рынка Германии одежду. Ну и в России она поступает с поставками стока и секонд-хенда. Анджела или Трико. Популярные очень рубашки мужские. Этот производитель встречается также в различных миксах. Премиум. Хорошие размеры, то есть не маленькие, то есть, в принципе, есть все размеры. Классные шорты с ремнем. Платьице. Такое-то. Изо льна. Женская туника цвета хаки. Джинсы. Яркое поло. Весточка. Модные брюки. Очень хорошая расцветка. Ну, в основном одежда здесь повседневного casual стиля.
Башка. Время любви. Такая шляпка. Стильная бейсболка. Еще одно платье вечернего формата. Бантиком. Плащ очень такой хороший. Да, бирок нету, но все вещи новые. Видно, износа нету. На многих есть бирки, на некоторых нету. За счет этого он недорогой. Запаха, специфического запаха секонд-хенда отсутствует. Купальный костюм. Купальник. Платок. Булочка. Еще одни интересные джинсы. Носки. Домашние штаны. Блузка. Классическое платье такое. Типа леггинсы. Джинсовая рубашка. Трусы. Танковка. А, точнее футболка. Пиджачок. Куда без него. Водолазочка большого размера достаточно. Шорты. Платье. Рубашка молодежная. Булочка, тонкий свитерок, платок яркий, штаны, достаточно теплые штаны, вот что-то типа футболочки такой. Толстовка с капюшоном. А, не толстовка. Это толстовка без рукавка.
Женский пиджачок. Так. Не долбанный состасточ. Еще одни носки. Женский уже. Футболочка женская. Джинсы. Прикольная куртенка спортивная. На флисе. Размер, правда, 5XL. Но очень прикольно. Вот и все, весь мешок.